своїй більшості патрулі займаються роботою оформлення дорожньо-транспортних пригод, де відсутні постраждалі. Я розумію, що на сьогоднішній день законодавчо, і в принципі на сьогоднішній день, я говорю, законодавчо передбачено у нас можливість оформлення ДТП без виклику працівників міліції, ну, в тому числі Державтоінспекції. Є певні умови, але якщо навіть взяти за цих умов, що дійшли згоди, маючи 80%, і навіть якщо з цих 80%, відсотків 40 або 50 будуть оформлювати без виїзду, це значно зменшить витрати і часу, і матеріальних ресурсів на забезпечення наших підрозділів. А саме головне, більше дасть можливості їм реагувати саме на ті виїзди, де дійсно потрібна присутність працівника міліції. С 2011 года, в 2011 году у нас были утверждены законодательные изменения, со второй половины года это уже было возможно делать. В 2012 году у нас было около 2% оформленных ДТП с помощью Европротокола. И тогда был лимит, при котором, в пределах которого можно было такое оформление делать, был 10 тысяч гривен. Начиная с 2013 года, с 1 января 2013 года, такой лимит уже составляет 25 тысяч гривен. Но, тем не менее, быстро довольно мы вышли на 7-7,5% от общего количества ДТП в оформлении, оформленных с помощью Европротокола. И сейчас эта цифра такая же. Вот я посмотрела, за 9 месяцев 2014 года это тоже около 7,5%. Я говорю о цифрах, которые вносят страховщики в централизованную базу данных моторного бюро. То есть я тоже допускаю, что, возможно, кто-то из страховщиков просто не указывает такую отметку, такой признак, а на самом деле оформляет. То есть эта цифра не меньше, чем 7,5%. Я хочу сказать, что Украина в этом смысле не есть уникальная. Нельзя сказать, что вот какие-то наши странные люди. Так было везде. В Европе, там, когда внедрялся Европротокол, всегда это было очень медленно, и небольшое количество таких, эта динамика была плавной. И последний опыт, это был внедрение, которое мы хорошо знаем, прибалтийский опыт. И там было точно так. Пока не взялись за дело сотрудники ГАИ, которые оформляют ДТП, и которые тоже, вот как сейчас это был, я так понимаю, сторонний взгляд патрульный, вот когда началась реорганизация, то новые люди пришли и начали заниматься несвойственной им работой, говорят, глянь, дать-ка чего, а зачем, что ж мы на это тратим время. То есть пока сотрудники ГАИ не возьмутся за это дело, не будут жестко себя вести в том, что мы не будем выезжать на ДТП, которые подлежат оформлению с помощью Европротокола, или мы будем выезжать, но это будет влечь за собой штраф там какой-то по верхней планке, у нас сегодня там штрафные санкции разные. Или, например, в Прибалтике был такой опыт, что сотрудники ГАИ выезжали и все равно не оформляли ДТП по своим правилам, а учили и заставляли оформить Европротокол вот этих водителей на месте, и тоже за это брали штраф.